У Бэтмена куча супер-врагов. Джокер, загадочник, шляпник. И что? Ты сказал, что супергерой, как Бэтмен. А против тебя какие злодеи? Да никакие. Ну так может ты и не супергерой никакой? Знаешь, почему у меня их нет? Ну? Потому что всех врагов я угандошил. Вот-вот, а Бэтмен людей не убивает. Он сыкло. Он сын ночи. Козлина он. Махается с какими-то клоунами, а потом в тюрягу их сажает, чтобы они сбегали и дальше людей мочили. Скажи, сколько людей погибли из-за того, что он сжалился над уродами, которых надо было грохнуть раз и навсегда? Сраный ты, дрябложопый, шарпей-маразматик. Боже, да я просто разговор поддержать хотел. В жопу.